Ассаламу алейкум. Сегодня у нас на обзоре Chevrolet Cobalt. И опять же у нас чип-тюнинг под нормы токсичности Евро 2 по причине, что наш катализатор был изношен, его просто тупо удалили. Сейчас у нас программа идет к сайт, он же известен как КЕС. Выбираем автомобиль как Chevrolet, Chevrolet Cobalt. Выбираем тип двигателя, тип компьютера Agdelka 83. Продолжаем. Показывает, какой кабель нам подключить. Делаем ОК. ID. Давайте проверим, насколько все уверенно у нас будет. Ждем некоторое время. Идентификация блока говорит. Так, нажму пока на паузу. Значит, у нас здесь все версия правильно вышла, а вот этот engine, то что я-я-я, это непонятно, кто-то что-то ковырялся, с чем-то непонятное пока идет. Так, reading у нас получается. Продолжим. Так, подключите. Так, протокол говорит. И все. Так, нажмем пока паузу. Так, продолжим. С английским у нас не особо. Переводил, подключите, говорит, зарядное устройство. Но это и так понятно, оно у нас сразу подключено, так как долго будет читаться. Так, пожалуйста, у нас выключите. Так, включите зажигание, продолжите. Окей. Нажимаем ОК, ждем некоторое время. Так, опять нажму пока на паузу, чтобы вам долго не ждать. Так, продолжим опять. Идентификация прошла. Так, ждем еще некоторое время. Перепроверил все, контакты все, вроде напряжение стабильное, PS вроде работает. Начнем чтение, так как порядка 40 минут будет читаться блок управления, поэтому есть смысл подключить, соответственно, и зарядку, и УПС, вернее, чтобы был как бы рабочий, да, с аккумулятором, так как неизвестно, если вдруг свет пропадет, что произойдет. Вообще, по-хорошему было бы это с ноутбуком делать, но у меня ноутбук подсел, он там у меня на зарядке лежит сейчас. И со стационарного ПК, честно говоря, не очень люблю перепрошивать, так как скачки напряжения и все прочее может вывести к нехорошим последствиям. Вот, пожалуйста, у нас время. Так, 40 минут, 44 минуты чтения проходит. Буквально осталось немного. Так, завершение у нас идет. Сейчас название напишем. Так, что в BIN формате остался. Cobalt.bin. Так, теперь посмотрим. Вот он у нас. Так, сайт. Выключите зажигание. Здесь зажигание выключи. Так, все, пока сейчас будем калибровать программу. Прошивку, значит, мы сделали. Нам нужно сейчас запись. Продолжим. Так, выберем ту прошивку, которую делали. Так, 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 так. Сейчас я найду. Паузу нажму. Так, вот и прошивка наша. Так. Указать оригинальный файл. Без проблем укажем. Какие проблемы? Укажите оригинальный файл. То есть она, упираясь на оригинальный файл, хочет сравнение, видимо, сделать. Оригинальный файл, куда я дел? Вот у нас на рабочем столе был оригинальный файл. Ждем некоторое время. Так, батарея, все у нас подключено. Зажигание включено? Включи. Отлично. Сам выходи с машины. Ждем некоторое время. Идентификация блока. Процесс записывать. Так, да. Вроде все убрали правильно. Так, выключите зажигание. Выключил зажигание? Да. Включи зажигание. Сейчас ждем немного, сейчас будет запись уже. Так, все, можешь выходить. Ждем пока запись. Запись, конечно, проходит гораздо быстрее, чем чтение. Буквально уже
несколько секунд показывает 2 минуты, 1 минуту там. Ну, так обычно и бывает чаще всего с кесом. Продолжаем на запись. Ждем. Так, ждем окончания записи некоторое время еще. Уходит надпись у нас «Выполните самоадаптацию». Давайте выполните самоадаптацию. Посмотрим, что у нас тут будет. Еще ждем. Нажать, говорит, и отпустить педаль сцепления. Но, к сожалению, нажал? Нажал. Отпусти. Отпустил. К сожалению, у нас датчик педали сцепления как раз-таки не работает. Запустите двигатель, нажмите ОК. Нажимаем ОК. Сейчас ждем. Целая история с этим Chevrolet Cobalt. Сейчас ждать нужно, пока 70 градусов двигателя наберется, для того, чтобы адаптации прошли все по новой. Так, запись закончена. У нас логи анализируют. Все. Так, теперь нам надо... Так, cancel. И закрываем. Полностью закрываем программку. Теперь нужно подключить там сканер диагностический. Так, ну, ошибок у нас получается тут нет. Сейчас мы уже подключили сканер диагностический. Иди заведи автомобиль. Так. Ну, резко нажми газ, педаль газа. Нормально. Работает без лишних шумов. Все работает. Так. По поводу ошибок уже по лямбде ошибки у нас не уходят. Так что автомобиль готов, можно уже отпускать.